Сети в поселке Витязево принадлежат частной компании. Компания называется «Энергосервис». В принципе, аварии происходят именно на этих сетях. Буквально там 2 недели назад по этой ситуации мы проводили совещание в администрации АНАПа. Данный коллегин, который эксплуатирует эти сети, обещали предпринять меры для того, чтобы данных ситуаций не повторялось. Но мы видим, что буквально там вчера такая же авария у них произошла. Все это по причине, скажем так, слабой эксплуатации данных сетей. В рамках программы консолидации мы постараемся приобрести данные сети, чтобы они были на балансе Кубанэнерго, привести их в соответствие и к началу горного сезона постараться, чтобы таких проблем в поселке Витязево больше не было.